Где и с кем собираетесь сейчас Новый год? Это вообще непредсказуемая такая вещь. Еще не решал? Конечно, не решал. Окей. А когда решишь? Примерно за день, за час? Где-то в полдвенадцатого где-то. Прекрасно. Ну, изначально я хотела с друзьями праздновать. Но так как я считаю, что Новый год – это семейный праздник, то я все-таки решила праздновать их с родителями. Я сначала с семьей, с родителями, а потом уже можно на следующий день погулять с друзьями. С родными дома. Скорее всего, с близкими и родными. С семьей. Где будем встречать, пока на данный момент еще не определились. Так как в одном селе три семьи, и туда хочется везде успеть. Дома, с мамой придут гости. Дома. Дома с родными, да? Да, с родными и гости тоже придут. Хорошо. Дома с родными и близкими. Ну, честно сказать, я еще не уверена, где буду встречать. Но, скорее всего, в кругу друзей.